Сегодня мы пришли в кафе русское. Привет. Все по-русски. Вы проснулись, Света? Я смотрю, приехал посмотреть первый день. Но мы говорим, не раньше. Девочка русская. Вы знаете, наверное, часами два. Мы только что ржем идем. Куриный суп не заменить, а еще вкус. На шурпу куриный суп заменить, а все остальное, верно, фактически ржем. Куриного супа. Салаты, пожалуйста. Мимозы. И нет, почему не отмываются? Вот я там пирожок есть. Кусочки печеный пирожок. Да, тортики есть. Вот. А я же ничего не буду. Кто еще пирожков? Пельмени, может, хочешь? Нет, нет, хочу пельмени, я кто-то заказывал попить, потому что у меня есть пельмени. Ну, если что, Саша тебе нальет. Сейчас я еще полистаю, потому что, знаете, как макароны. А ты сразу из бутылки просто. Тут, смотрите, сварики со сметаной. Омлет, копченый, картофель жареный, пареный, все разные. Вообще огромный выбор просто. Так, а здесь видите, у меня есть пирожки. Здесь я